Первая волна пандемии показала. Неравнодушных и готовых прийти на помощь людей в нашем округе много. Сотрудники Звенигородского детского сада «Матрешка» тоже не остались в стороне, а активно включились в работу волонтерского штаба. Эпопея, которая свалилась на плечи людей, наших граждан, не только жителей Звенигорода, всей страны, всего мира, можно сказать. Она, конечно, борьба бы с ней была бы невозможна без участия таких людей, как вы, которые, не щадя себя, бросаются в огонь борьбы. Такая гражданская позиция заслуживает уважения. За помощь в период пандемии Дмитрий Голубков вручил сотрудникам дошкольного учреждения благодарственные письма. В Одинцовском округе растет волонтерское движение. К работе подключаются люди разного возраста, профессии, увлечений. Но всех их объединяет одно – желание помочь тем, кому так остро необходима помощь. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».